в Бессарабии аграрная жизнь. Пропали мы с простор интернета, с простор Ютуба. В общем, решил заснять ролик. Очередной ролик про пождевной подсолнечник. Подсолнечник Пионер Е25 сеялся 5 июля. Сеялся на орошении, предшественник озимый ячмень. Пустота стояния 65 тысяч, междурядие 50 сантиметров. Удобрения при посеве мы не ставили. На сегодняшний день, 22 сентября, подсолнечник отцвел, подсолнечник наливается. Этот подсолнечник обработан, так как это Е25, обработан Грандстаром и обработан граминицидом. Этот подсолнечник видел такой инсектицид, как караген. Фунгицидной защиты не было, бора не было, НПК с посевом не было. В общем, вот такие вот дела. Ну и сейчас пройдемся по нему, посмотрим, что он собой представляет на момент 22 сентября. Столовая. Вороны. Работа совки. Подсолнечники везде в округе заканчиваются. Вороны все летят в одно место. Стреляем, гоняем. В общем, от одной проблемы уходим к другой проблеме, точнее приходим. Одну проблему искореняем, другие проблемы появляются. В общем, вот такой внешний вид. Глаз радует. Диссекация в любом случае обязательная. Я думаю, что диссекация будет первая декада октября. Скорее всего, подождем, чтоб налился еще. Совка лазит, вороны есть, болезнь есть, корзинка гниет. Ну, тем не менее, со всеми этими моментами внешний вид его радует. Осталось одно — взять его в руки. Вот такое вот состояние подсолнечника пожневного посева. Хочу сказать, что на сегодняшний день мы понемножку начинаем сеять озимую пшеницу. Северная и центральная Украина уже начали полностью посев озимой пшеницы. Мы только включаемся небольшими площадями в посев. Дождь у нас прошел 6 мм, и то не на всех полях. Ну, скорее всего, что где-то придется что-то полить, где-то что-то придется оставить. Какие-то поля будем спешить сеять, какие-то будем не спешить. Вот такие вот дела. Много скептиков было по поводу пожневного подсолнечника. Ну, опять же, у каждого на это дело свое мнение. Вот такая вот ситуация. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал Бессарабия Аграрная Жизнь. Будьте с нами. Всем до свидания.